Привет, друзья! Украина получила РСЗО ТРЛ-G-230 Турции. Как сообщается, на видео их первое применение. После появления кадров с РСЗО, турецкие СМИ опровергли это. Сообщается, что установка на видео с большой вероятностью азербайджанская. РСЗО ТРЛ-G-230 турецкой компании Rocket Sun достаточно новые. Испытания ракет калибром 230 мм прошли в 2020 году. Ракета этой РСЗО имеет дальность полета 70 км. И на конечном участке траектории полета может наводиться лазерным лучом БПЛА Байрактар ТБ-2 или наземным лазерным целеуказанием. Стоит отметить, что БПЛА Байрактар ТБ-2 достаточно большой и обнаруживается даже старыми версиями ЗРК. Провести лазерное целеуказание им в зоне действия ПВО будет сложно. В качестве платформы для РСЗО использовано шасси российского КАМАЗ-63501. Сообщалось и о других шасси для размещения установок. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.